80-й концертный сезон сегодня открыла Новосибирская государственная филармония. В зале имени Арнольда Каца выступила хоровая капелла. Это новый творческий коллектив, созданный в нынешнем году на базе просуществовавшего 35 лет камерного хора. Артисты исполнили кантату немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана» на латинском языке. Не все партитуры можно было исполнять камерным составом. Приходилось привлекать людей со стороны. Но это всегда дорогого стоит, потому что их же надо все равно образовывать, обучать. Я думаю, что новосибирцы с появлением капеллы почувствуют разнообразие, расширение репертуара филармонического. Интерес к этому репертуару и интерес, конечно же, к концертам. Филармонии уделили большое внимание корректировке акустики. В зрительном зале установили 88 специальных щитов и 6 так называемых штор Blackout для чистого и глубокого звучания. Первыми это оценили гости из Кореи и Москвы, которые незадолго до открытия сезона приезжали в Новосибирск для записи 3 балетных партий Петра Чайковского с нашим симфоническим оркестром. Звукоинженер, который является ведущим звукоинженером Москвы, Петр Лаврененков, сказал, что он очень доволен акустикой, и сегодня наш концертный зал можно по праву относить к ведущим музыкальным площадкам.